интересная игра получилась для болельщиков. Для тренеров, наверное, не очень. Могли поспокойнее, наверное, завершить игру. Но главное, что в итоге победили. Что скажете о вашей игре? В последних матчах не получается так часто забивать, как на старте сезона. Чего не хватает? Подсбавили мы оборотики. Да нет какой-то одной причины. Всегда что-то по-разному. То там шайбу глупо потеряем, то может передачу какую-то лишнюю начнем отдавать. Надо, может быть, где-то попроще играть, понацеленнее на ворота. Но будем, наверное, разговаривать между собой. Может, видео кое посмотрим, поговорим. Потому что надо исправлять, пока что-то не нравится такая игра. При счете 3-0 показалось, что расслабились. Так действительно было? Да нет, мы не расслабились. Почему? Еще играть было очень много времени. Там есть кому тоже забивать голы. Тем более они быстро отпитали один гол. Поэтому счет был скользкий, поэтому мы не расслаблялись. Остался только один домашний матч, потом команда отправляется на выезд. Не разучились еще, как играть в гостях? Да ничего, будет время и привыкнуть. Вспомним, я думаю, ничего страшного.